Так. Это фигурка. Получается, Властелин колец, так понимаю. С таким плащом. Видимо, какой-то призрак будет. Да, такой призрачный плащ. Порванный немножко. О, это... Видимо... Ну да, Властелин колец какой-то, человечек. Какая-то рубашечка здесь. Интересно. Так, белые руки. Есть. Так, ну что, теперь самое, наверное, сложное. Получается плащ. Здесь, наверное, вот так одевается. Он назад как-то будет фиксироваться или что. Сейчас попробуем головой его здесь прижать. Так, и плащ. Может, какая-то складочка или как он должен собираться вот так? Непонятно. Так, ладно, попробуем тогда другим путем пойти. Попробуем сначала зафиксировать вот здесь вот руки. Хоп. Второй. Вот так. Отлично. Так, руки все фиксируются, так, и здесь получается сверху одевается плащ на эту часть, так, наверное, непонятно, как он одевается, но, в общем, смысл в том, что, наверное, я даже не буду здесь голову одевать, фиксировать, пусть будет вот так, сверху одеваем ему здесь шлем и меч. Такой вот получается. Интересно, откуда таким с черным поясом прозрачный. Что за фигурка, не припомню.